Вот. Ее построил Франц Буфон. Ту же самую лестницу, но только на 11 лет раньше сделал Таганрог. То есть это тот же самый архитектор. Вот она выглядела как первоначально. Ну, через 2 года ей будет уже 200 лет, она в 1823 году построена. К сожалению, ее исторический облик нарушен, потому что раньше она была из известняка. Сейчас ее 12 лет назад красным гранитом закрыли, потому что уже невозможно было спускаться по лестнице. Уже были все уничтожены. Мы ее называем Каменка. У нас в Таганроге есть несколько дурацких легенд. Вот одна из таких дурацких легенд звучит так, что Герасим Федорович Депальда, который, на чьи деньги была построена лестница, якобы эту лестницу построил для своей дочери, которая ходила на свидание к своему жениху, итальянскому моряку. Ну, у меня самого дочка 26 лет, чтоб я лестницы для женихов строил. Пускай женихи строят лестницы, а не папа будет строить лестницы. Ну, какой-то, да.